вас на главном событии учебного года – отчетном концерте учащихся детской музыкальной школы номер 5. Сегодня концертный зал Дворца культуры «Сокол» гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих погрузиться в прекрасный мир – мир искусства. Целый год мы трудились, достигали новой ступени мастерства, выступали на концертах, участвовали в фестивалях и конкурсах. Но этот концерт для нас особенный. Это отчет перед нашими уважаемыми преподавателями, родителями и гостями школы за проделанную работу. Самой лучшей наградой для нас станут ваши сияющие глаза, искренние улыбки и бурные аплодисменты. Свои творческие достижения продемонстрируют учащиеся всех отделений. Среди артистов, выступающих сегодня, есть и совсем юные, и довольно опытные музыканты, за плечами которых многочисленные победы в престижных конкурсах. Труд и талант – вот формула, которая привела к успеху не одно поколение молодых артистов, воспитанных нашей школой. Ну что же, а теперь настало время сказать «Добро пожаловать в музыку!» Наш концерт открывает хоровой коллектив отделения хорового пения композиции Александра Кричининова «Призыв весны». Руководитель Людмила Евгеньевна Шаринова. Концертмейстер Андрей Викторович Карпий. Если ты друга не встретишь,
Мария Левитина. Оскар Ридинг. Танец «Стрекозы». Преподаватель Светлана Иовна Глазунова. Концертмейстер Наталья Тихоновна Птищева. Thank you.
преподаватели Татьяна Ивановна Бессонова и Татьяна Вячеславовна Жигарева. Thank you.
Шольц. Непрерывное движение. Thank you.
всех, от дошкольников до выпускников. Все ребята год за годом поднимаются по хоровой лестнице, постепенно осваивая вокально-хоровые навыки. Детский хор – это самая доступная форма музыкального исполнительства. Это короткий путь в прекрасный и волшебный мир музыки. Чтобы прочувствовать красоту музыки, ее нужно услышать. А сколько прекрасной музыки можно не только услышать, но и самим спеть. Спеть так, чтобы тронуть душу слушателей. Когда поет любимый хор, смолкают птицы, затихает ветер, и льется песня на простор, чтобы разлететься по большой планете. И замирает сердце вдруг, а песня за собой увлекает, то пляской приглашает в круг, а то грустя, как облако, растает. На сцене хор учащихся младших классов. Музыка Цезаря Кюи, слова Алексея Плещеева. «Майский день». Руководитель Людмила Васильевна Чешева, концертмейстер Полина Вячеславовна Сендрюкова. Thank you.
Екатерина Шилова, Эдвард Грик, Бабочка, преподаватель Инна Михайловна Красичкова. Thank you.
Тарантеллу знают и танцуют во всех уголках земного шара. Но почему у нее такое интересное название? С историей Тарантеллы связано много фактов и легенд. Они настолько тесно переплетены между собой, что сейчас уже сложно определить, какая же из них лежит в основе. Это и название города Таранто, в котором жил учитель танцев, придумавший Тарантеллу. И название ядовитого паука Тарантула, яд которого вызывал у укушенного страшный зуд, что шаги и жесты напоминали танцевальные движения. Полагали даже, что через спор и положительные эмоции организм избавляется от яда Тарантула. Сейчас мы услышим Тарантеллу композитора Джона Эвертона в исполнении Софьи Шиловой. Преподаватель Мария Леонидовна Трунова, концертмейстер Инна Михайловна Красичкова. Жаркого солнца и страстного темперамента.
Только здесь могли появиться зажигательные и ритмичные танцы. В них ярко прослеживается смешение культурных традиций народов разных континентов. Ритмичный бой африканских барабанов дополняется мелодичным звучанием гитары. Рождается музыка, которая волнует кровь и заставляет танцевать. Послушаем кубинский танец в исполнении трио гитаристов. На сцене Александр Водопьянов, Семен Бадиков и их преподаватель Валерия Романовна Ролкина. Осипова, венгерский Чарташ, Абрамов Лушникова, преподаватель Михаил Федорович Самушин.
Дунаевский, слова Вольпина. Весна. Преподаватель Мария Николаевна Осипова. Концертмейстер Надежда Александровна Лаурова. Thank you.
это маленькие островки надежды на сохранение русских традиций, воспитание будущего, от которого зависит процветание вокального искусства. Так что же такое хор? Прежде всего, это творческий коллектив единомышленников. Это содружество, где каждый учится слышать другого, учится работать на общий результат. В хоре, как в большой семье, всегда присутствует дружба, взаимопонимание, хорошие и добрые отношения между всеми участниками. Хор учит познавать себя и чувствовать окружающих. В исполнении хорового ансамбля старших классов прозвучит романс Рахманинова на слова Бекетовой «Сирень». Руководитель Людмила Евгеньевна Жаринова, концертмейстер Андрей Викторович Карпин.
украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» в обработке Шалова. Исполняют Анастасия Сычева, Дмитрий Абрамов, Артем и Софья Кононович. Преподаватели Татьяна Ивановна Бессонова, Ольга Владимировна Стюфляева и Анна Владимировна Дерн.
предложение Надежды Гордеевой. Thank you.
мороженое. Эстрадное пение, пожалуй, самое популярное направление музыкального искусства. Это огромный мир, заключающий в себя колоссальное многообразие звучаний. А еще эстрадная музыка – это свобода самовыражения, это радость жизни, свежесть ощущений и яркость красок. Для наших музыкантов эстрадное пение – это стиль жизни, состояние души. Следующий концертный номер прозвучит в исполнении вокального ансамбля «Эхо». Пеевлев, слова Олейника, «Реченька, река», руководитель Миронова Виктория Васильевна. Oh.
инструментов, руководитель хор половецких девушек из оперы «Князь». Thank you.
несколько десятков людей с различными музыкальными инструментами в руках. Это великое содружество музыкантов. Когда музыканты собираются в оркестр, у них появляется единое дыхание. Сердца их бьются вместе с музыкой, как одно большое сердце. Взаимопонимание. Чувства локтя вырабатываются в оркестре не за один день, а годами. Работа музыканта в оркестре, несомненно, сопряжена с определенными трудностями. Не так легко научиться ощущать себя частью целого. В то же время игра в оркестре воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств. Она дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического и тембрального слуха, вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. Если выступление солиста можно сравнить с театром одного актера, то оркестр представляет собой как бы небольшую театральную труппу. Благодаря этому возникает возможность живого диалога между разными действующими лицами. Отчего действие спектакля, его драматургия развивается более динамично, более активно. Играющий в оркестре имеет возможность соревноваться с другими партнерами в мастерстве исполнения своей роли. А как известно, дух соперничества рождает не только заинтересованность партнеров, но и общую приподнятую атмосферу, от которой выигрывает весь спектакль. На сцене камерный оркестр. Иоганн Себастьян Бах. Минуэт и сюиты си минор. Руководитель Михаил Федорович Самошин.
выступили на карнавале. Добро, понимание, свет и любовь. Всего вам доброго!